Всем привет. Вот и до меня добралась новая посылочка. Сейчас мы с вами посмотрим, что нам тут прислали. Вот такая штука у нас. Сказали, продавец сказал, что все проверил. Но мы сейчас с вами еще раз все посмотрим. Скотч, в принципе, везде открыли. Полная копия Аксиала SCX-10 Ханчо. Посмотрим, насколько он будет отличаться по качеству и по использованию. Распаковываем немножко в спартанских условиях, но я думаю, нам это не помешает. Хотелось, конечно, вот такую коробку, но будем пользоваться тем, что есть. Тем более, корка все равно со временем заменится на нем. Ну тут, скорее всего, аппаратура, инструкция и сама тачка. Пахнет резиной. С Москвы добралась за один день до Новомосковска. Продавец сказал, что в принципе все проверил. Акцент я делал на амортизаторах, чтобы их не закусывало. Ну, в принципе, срабатывает. Поднимается, в принципе, плавно. А вот корка, как и многие говорили уже, очень клюпенькая. Машинки нет.